Первые президентские школы начнут работу в новом 2019-2020 учебном году в городах Ташкент, Наманган, Нукус. Онлайн-прием документов в этих школах начнется с 1 июня. Об этом журналистам сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов. По словам министра, президентские школы будут работать в режиме интернатов, то есть ученики будут учиться и жить в школе 5 дней в неделю. Родители смогут забирать детей домой в выходные дни. В новом учебном году дети будут приняты с 5 по 11 классы, а со следующего в 5 класс. Министерство народного образования старается создать равные условия для всех при отборе кандидатов в президентские школы. Экзаменационный совет, действующий под брендом Кембриджского университета, Cambridge Assessment International Education, будет осуществлять контроль за процессом отбора в президентские школы. Эта организация обеспечивает справедливость и прозрачность в процессе экзаменов во всем мире. Конечно же, все родители хотят обучать своих детей в президентских школах, но только самым талантливым детям будет предоставлена такая возможность. Для большего удобства кандидатам будет создана возможность сдачи документов на официальном сайте президентских школ pm.xtv.us. Онлайн-прием документов завершится 22 июня в полночь. Для этого нет необходимости куда-то ездить. Также, при желании ученика, экзамены можно сдавать на английском или государственном языках. Учащимся, окончившим президентские школы, будут вручены международные аттестаты, что даст им возможность беспрепятственного поступления в зарубежный вуз. Напоминаем о том, что начиная с 2020-2021 учебного года предусмотрена организация таких школ во всех регионах нашей страны.